Эксперты в области готовы до проведения доследований на предмет выявления соправдности грошей нового узору. Как подрыхтоваться до деноминации, эксперты в области прошли специальное научение у Центрального аппарата Державного комитета судовых экспертиз и Национальным банком. Спеціалісти управління Держкомітету судових експертиз відзначають, що нові банкноти мають високу ступінь оборони. Запевнюють, яна не горш за доларовою. Дизайнери предусмотрели всі можливі варіанти степеней защиты, в тому числі і для людей з слабким зрением, які, ну скажем, дозволяють на ощупь спробувати определити подлинність даної купюри. Разом з тим спеціалісти нагадують, як визначать справдність купюр. Основной момент определения подлинности купюры – это наличие водяного знака и значит, наличие цветопередачи при повороте. Значит, сам номинал, да, он изменяет цвет. То есть, допустим, там от зеленого к фиолетовому и наоборот. Во управлении комитета судмедэкспертиз нагадывают, старые и новые гроши будут оборачены параллельно до конца года. Обменять гроши можно у банковских отделениях. Работники банков для обмена на дом выезжать не будут. И как не трапить на воду махляру, про это необходимо памятать. Андрей Шуляк, Сергей Карпяков, Юрий Ауласов, Новин регион.